Неделя на дожде. Ку-ку. Так, работаем. Теперь и по выходным. Надо обязательно совершить какое-то хулиганское действие для того, чтобы о тебе заговорили. Вот это мне непонятно. Не думаю, что эта акция и ее последующее обсуждение должны нанести какой-то ущерб церкви. And I give you the chill, okay? To feel what the dancers feel. Попробуй, вы должны сейчас почувствуете, что чувствует танцор. Don't move. Yeah. Like that. Move. Just move. Антон Красовский приравнял детей к собачкам и кошечкам. Антон, будь осторожнее. Вот одна такая фраза может стоить целого эфира на Собчак живьем. Объявят. Мы пойдем с вещами. Вы придете с вещами. Ну, а то есть это не фигурально. Нет, мы умеем собирать вещи. В прямом смысле этого слова. Итак, главная новость дня, недели, ну, в общем, очень большая новость. Бизнесмен Алексей Козлов приговорен к 5 годам тюрьмы. Это произошло буквально 20-30 минут назад. И тут такой у Анны начинается слава или совесть. Слава или совесть. Как обычно, слава, слава, слава. И тут мне приятно. Мне сейчас надо спросить, а в России вообще комедии делают? У вас какие-нибудь комедии были? И когда мы ему подарили DVD с «Москвой слезам не верят», ну, как-то... Ну, по крайней мере, изобразил удивление. А как вам кажется, вас уволят? Я не знаю, то есть и в данном случае... Ну, как вы понимаете, горизонты-то широкие, а вот ощущение сиюминутное. Через 30 лет меня точно никто не уволит. На дубу высоком 2 сокола сидели. Один сокол... Какой же мерзавец! Как же он мог? Что он не понимает, что ли? Что этот, вообще, так сказать, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это бред! Ну, бред! Ну, зачем мы будем заниматься бредом? Сим, Салабий, Махалай, Махалай, Абракадабра, Трах, Тибидок, Трах и так далее. На многих избирательных участках звучали эти слова. Неделя на дожде.